специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. В Новосибирске в полицию поступило 3 заявления о выгуле собаки на детской площадке без поводка и намордника. Что может грозить хозяину собаки? Правильный ответ. Хозяина привлекут к ответственности и назначат штраф. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. Юрий Ильич, пенсионер, живет в комнате по договору социального найма. Он хочет продать это жилье. Что ему нужно сделать для этого? Нужно ее приватизировать. Найти риэлтора по продаже муниципального жилья. Вызвать социального работника. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».